Всем привет на моем канале. У меня на обзоре недорогой, можно сказать, бюджетный роутер, двухдиапазонник Toto Link. Вот такой вот маршрутизатор AC1200. Еще он может называться A3002RU. Вот так выглядит его коробочка. Здесь преимущество мультиюзер MIMO технология. Полностью он гигабитный. Здесь стандарт передачи Wi-Fi AC. На обратной стороне упаковки мы можем видеть преимущество этого роутера. 2,4 ГГц луч. Также есть 5-ГГц луч. Здесь до 300 Мбит. Здесь до 867 Мбит. Позволяет передавать данные. Соответственно, гигабитный порт. В комплекте мы имеем здесь вот такую вот инструкцию. В нашем случае она на украинском. Где расписано, как можно зайти. Стандартные пароли. В принципе, стандартный также порт входа totolink.net. Но сейчас мы это все попробуем. Настройки, это все мы зайдем сейчас с ноутбука и проверим. Сам роутер, шнурок, как всегда, патчкорд. Блок питания, в принципе, стандартная комплектация. Хочу единственное посмотреть блок питания. Здесь фирменный Totolink 12-вольтовый и 1 ампер. Обычный 12-вольтовый блок питания, это отлично. Такой вот он имеет интересный корпус, симпатичный. Здесь индикаторы работы, USB порт, LAN порты, 5G, 2.4G системный и вот такой вот значок еще. Вот такая вот интересная структурка у этого роутера. Здесь вентиляция, здесь также вентиляция предусмотрена, как и, собственно говоря, с двух сторон. 4 антенны имеем. Вот так он выглядит. Ну давайте основное по тому, какие же здесь порты есть. А здесь есть следующие порты: сброс и VPS, 4 LAN порта, WAN порт, питание, соответственно, кнопка включения и отключения и непосредственно USB порт, через который можно подключить USB модем, либо же использовать его как общий порт для каких-то USB накопителей, из которых можно будет смотреть какие-то данные общие. 4 антенны здесь, 2 5-гигагерцовые Wi-Fi по 5 дБ и 2 2.4, что позволит разгрузить сеть. Здесь есть функции как повторителя, то есть по Wi-Fi мосту может работать, перенаправление портов, DMZ, VDS, VPS также есть, сервисы DDNS, Host Scan, QoS и контроль соединения. Также есть сервис FTP, сервис Samba, DLNA, поддерживает следующие типы подключения: статический IP, динамический IP, также PPLE, PPTP, L2TP, 802.1X. Все LAN-порты здесь гигабитные, все 4. Поддерживает он USB модемы. Антенки здесь несъемные, сразу скажу, но в принципе поворачивается в любую сторону. Вполне удобно. А вес у него 670 грамм. Давайте же настроим его и проверим. Итак, для настройки маршрутизатора мы соединяем маршрутизатор патчкордом, который идет в комплекте с вашим LAN-портом на вашем ноутбуке. И автоматически у вас включается страница запуска, стартовая страница для настройки этого роутера. Либо же можно подключиться к Wi-Fi Toto Link, который идет открыто, и также настроить точно так же с вашего мобильного устройства, с телефона, к примеру. Я же подключусь LAN-портом, рекомендую вам также поступить. Подключаю LAN-порт. И как видим, сразу автоматически открывается страница 192.168.0.1, где мы можем задать свой пароль для входа в роутер. Это не будет паролем Wi-Fi, это чисто пароль для входа в роутер. Поставим его два раза, жмем установить, можно пропустить. Здесь уже заходим со своим паролем, который мы только что задали. Вводим код подтверждения, который изображен на картинке. Попадаем на стартовую страницу этого роутера. Вот здесь мы можем задать название о вашей сети. Для 5G, пример, для 5-гигагерцовой, она по умолчанию идет Toto Link A3002RU. И, соответственно, пароль для сетей, он может отличаться. Поставим название сети, нажмем применить. Если вы зашли с Wi-Fi, то вам нужно будет переконнектиться под новым названием сети и, соответственно, с новым паролем. На роутере, напомню, если вы подключаетесь под патчкордом, то используйте LAN-порты, не WAN-порт. С WAN-порта вы зайти не сможете. Они оранжевым цветом.
Здесь можно выбрать режим, повторитель, мост, а Wi-Fi клиент у нас это маршрутизатор. И мы снова можем зайти для дальнейшей настройки. Заходим в дополнительные настройки. И у нас видно, в какой порт подключен кабель LAN 3, собственно, с которого я сейчас и управляю вот этим роутером. Здесь видим состояние LAN порт 01, по которому можно также зайти и попасть на это меню роутера. LAN IPv6. Далее в основных настройках видим настройки WAN подключения. Здесь можно выбрать следующие параметры: DHCP клиент, PPTP, PPOE, L2TP, DHCP, либо динамический IP-адрес. В настройках LAN мы можем изменить IP-адрес, если это необходимо, включить DHCP-сервер, либо отключить его, обновить время аренды, сделать настройку и привязку через IP к MAC-адресу. В настройках VLAN можно активировать VLAN. Здесь можно увидеть список клиентов, которые подключены. Вот мой компьютер. Таблица маршрутизации IPv6. Данные по Wi-Fi на 5 ГГц. Можно создать еще гостевые сети. Их можно создать до 4, а в диапазоне 5 ГГц. Управление доступом. VDS технология, VPS. И расписание работы сети для каждого дня. То же самое есть и по 2.4. 4 гостевых сети, дополнительные настройки, управление доступом и расписание работы. QoS, межсетевой экран, фильтрация по MAC-адресам, виртуальный сервер, USB функции. В USB можно включить DLNA протокол, запустить самбу, либо FTP. USB накопитель. Техобслуживание, можно обновить прошивку, она есть на сайте tatalink.ru. Можно сохранить свои настройки, установить дату и время, пароль. Также расписание автоперезагрузок, чтобы он перезагружался. Это необходимо для восстановления нормальной стабильной работы, статистика и системные команды. Собственно, настроек множество, но основные это вот здесь. Задаем режим вашей работы входной сети, настраиваем сети Wi-Fi, и по большому счету на этом настройка и закончена. Вот такое вот видео. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока.